Дорогие Рувима Аня, сердечно поздравляем вас с рождением доченьки Адель. Человечек, чудо это, в мир пришел совсем непросто. Бог вдохнул в него дыхание, и сердечко застучало. Бог — создатель мироздания, жизни всякое он начало, вездесущий, всемогущий, возлюбивший все творение. Всякий на земле живущий, пусть воздаст ему хваление от церкви Хазлдауг.